Красивая улыбка, белоснежные зубы. Стоматолог и я. И никаких секретов. Работаем ежедневно. Коля Мигутина, 96. Телефон 455-885. Это что за красота? Это что за вкуснота? Вкус отличный. Я заметил. Лучшее, конечно, детям. Для крокодилов и детей. Курганский мясокомбинат «Стандарт». Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. В стоматологическом кабинете «Стоматолог и я» вам окажут качественное и безболезненное лечение зубов, а также удаление и протезирование. Новая серия колбас и сосисок для детей от Курганского мясокомбината «Стандарт». Больше мяса, меньше специй. Покупайте в торговой сети «Метрополис» и во всех магазинах Кургана. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду синоптическая ситуация в Зауралье обусловится атлантическим циклоном, который принесет с собой плотные массивы облачности, снегопады различной интенсивности и потепления. В Екатеринбурге минус 6, минус 8, в Челябинске и Тюмени минус 5, минус 7, небольшой снег. В Кургане ночью облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха минус 9, минус 11. Днем в Кургане облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 7. Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба. 7 декабря солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и будьте здоровы!